В 1976 году археологи начали раскопки городища в урочище Тахти-Кубат в 34 километрах от поселка Кабадиан у слияния реки Вахш и Пяндж. Это каменное городище, названное археологами Тахти-Сангином, оказалось поистине уникальным. В самом центре городища был раскопан древний храм, получивший название «Храм Окса». В свое время он был посвящен божеству реки, культ которого существовал здесь издревле. В храме полностью раскопан квадратный четырехколонный белый зал 12 на 12 метров, стены которого сохранились на высоту до 5 метров. Вероятно, первоначальная высота была его около 6 метров. С юга, запада и севера белый зал был охвачен двумя рядами коридоров – внутренним и внешним. В огромном храме, построенном в IV-III веках до нашей эры и продолжавшем существовать и в первые столетия нашей эры, были найдены удивительные находки. Скорее всего, это были дары прихожан храму. Сам храм Окса довольно хорошо сохранился в архитектурном отношении. В течение раскопок на Тахти-Сангине было сделано более 5000 находок греко-бактрийского времени. За это время археологи и ученые окончательно пришли к мнению, что между Амударинским кладом и храмом Окса в Тахти-Сангине существует прямая и непосредственная связь. Видимо, при какой-то опасности дары из храма были вынесены и спрятаны неподалеку. Клад был найден в 1877 году на правом берегу реки Амударьи. В греческий период ее называли Окс. Находка состояла из более чем 2000 золотых и серебряных монет, золотых изделий 4-3 века до нашей эры. Местные жители, нашедшие клад, продали его купцам, идущим с караваном в Индию. По дороге на купцов напали бандиты, которые растащили клад. Разными путями многие предметы из этого клада попали в Лондон, музей Виктории и Альберта и Британский музей. Руины городища Тахти-Сангин сегодня можно увидеть в живописной долине реки Пяндж и Вахш, а находки храма Окса в столичных музеях. Номинация Таджикистана относительно 2500-летия древнего городища Тахти-Сангин внесена в перечень знаменательных и памятных дат, отмечаемых ЮНЕСКО в 2022-2023 годы. Зумрад Файзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости.